Всем привет! Выбрался сегодня на рыбалочку. Попробуем, посмотрим, что с этого получится. Рыбаки уже на воде есть. Такая красота, туман. Самое главное, чтобы рыбка клевала. Ну а там посмотрим, что будет ловиться. Рыбка гуляет, разводы на воде. Ну, поехали, ребят. Вот, ребята, приплыл к лилиям и кидал воблер карасик. И что-то мне тут клюнуло, непонятно. Ух ты, хороший. Сейчас мы тебя возьмем аккуратненько. Воблер карась фирмы Джексон. Вот. Вот такая красавица. Сейчас мы ее возьмем, распутаем. Вот такая красавица. Джексон у него в пасти. Ну такая приличная. Сейчас будем выпутывать. Вот, ребята, кидал вот здесь вот в лилии. Ну, на границе с лилиями. И клюнула щучка. Клюнула она на воблер карась. Вот он. Сейчас я вам покажу нормально. Вот такой карасик. Не троллил ничего, просто на равномерной проводке. Такой мощный удар был, что мне понравилось, будем пробовать еще. Речка просыпается, солнышко выходит, там уже на лодка где-то плавает, красота. А мы будем пытаться ловить рыбку. Пробовал на рудру, тишина, блесна пробовал, пока молчит. Сейчас поплывем на ямку. Попробуем на силикон. Вон в тумане лодочка плывет. Ну а там посмотрим, что с этого выйдет. Ну что, ребята, пробую обновочку свою. Грузик Днепросвинец и силикон Савамура. Ну пока тишина, судачок молчит. Приобрел себе этот силикон, будем пробовать. Еще вот у меня есть большие силиконки, будем пробовать все сегодня. Что с этого получится, посмотрим. Пока тихо, троллингисты проплыли, тоже у них тишина. Я взял одну щучку с самого утра. А пока тихо. Сейчас обкидаем эту ямку. Поплывем на другую. На воде штиль. Птички поют. А рыбка молчит. Сегодня будем пробовать все. Все, что есть в коробке. Будем пробовать все. Так, силикон молчит. Ну что, приплыл на яму. Тут три лодки. Штиль на воде. Там сидят, белую рыбу ловят. Дальше еще спиннингисты. Ну, сейчас проплывал мужичок. На троллинг ловил. Говорит, тишина. 6 часов троллингует и ничего. Но мы будем пробовать дальше.
Ну что, проплавал уже, наверное, всю речку. Рыбаков нет, поразъезжали все. Там один катер троллит. Тихо, хорошо, но рыбка не клюет. Но мы не сдаемся. Мы еще будем джиговать, троллить. А там посмотрим. Может, железо попало с каем. Будем пытаться поймать. Ну что, друзья, я вышел с воды уже. Вот мой сегодняшний улов. Такая вот хорошая красавица. Мои бассейн тут сделали. Водички набрали. В таком вот корыте лежит. Единственная щучка за весь день. Нет, там были еще два шнурка, но это не то. Но хорошая. Я даже не знаю, сколько тут она килограмм. Сейчас взвесим. Так. На весах 0. Сейчас попытаемся ее одеть и взвесить. Неудобно одной рукой. Сейчас еще весы намочу. Так она небольшая, 2 килограмма. Ну ничего, то приятно, с учетом того, что сегодня практически ни у кого ничего не клевало, я спрашивал рыбаков, то это довольно-таки приличный экземпляр. Ладно, завтра еще будем рыбачить. Может, завтра будет лучше. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии.